Нормально, не стой. Ай, мама, я хочу жить, я без звука делаю. Нет. Ай-яй-яй. Читаю, еще не играл. Я боюсь, чтобы не дать. Я боюсь, что обернусь сразу, с нами будет. Ай, я даже боюсь, но за не купиться. Играй, нормально. Ой-ой-ой-ой-ой, мамочка, мамочка, страшно. Что это бегать здесь? Ну, где здесь можно его искать? Прямо. А там слендер прямо есть? Его нет. И здесь нету, да? Нет. В лесу его нету, да? Было. Потом сразу играем. Ну, мне страшно. Так почему не то, что? Ты что, я побоюсь? Я что кто-то за мной идет. Я не хочу поговорить. Ты уже повернулась, ну, почти назад. Ну иди, 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 куда хочешь. Мне страшно. Ну так а что? Ты хотела так очень сильно поиграть в Слендер. Я хотела поиграть с этим... А на фонарик действует этот на Слендер? Нажми стрелять. Что? Стрелять, да? А, подожди. А вот эти кончаются? Нет. Батарейки не кончаются. Если вот так... А если на него не смотреть, ничего не будет? Как когда? Там же дом какой-то. Там? Нет, я тут... Ну правда, я боюсь. Ну иди, иди. Ну пожалуйста, помоги мне. Пожалуйста, смотри вниз, иди до конца. Слушай, подними конечно. Я не хочу. Ну, просто дом. Я не хочу его. Я боюсь, что там слендер будет. Ну и что? Ты же говорил, ну не страшно. Я на другом все вообще мапу хочу. Тут один мапу только есть. Пожалуйста, давай за меня чуть-чуть. Не, давай. Быстро. Ну заходи внутрь. Я не хочу. Да, вообще не будешь играть. Не страшно, я боюсь. Ну, может быть, ты даблю кнопку и заходи. Ой-ой-ой. Даже ничего нет. А если есть? Ну, знаешь, не страшно. Ну что, давай. Я не хочу. Значит, вообще не будешь у меня играть, да? Почему? Да потом. Ну, заходи. Я не хочу, мне страшно. Хочу сюда спецназов позвать. Я никого не вижу. Давай, как спецназ заходи. Знаешь, как они заходят? Да, вот так вот. Mm-hmm. Нет, я боюсь. Я думаю, я приду и сразу он около меня стоит. Mm-hmm. Нет, правда, я сейчас, наверное, уже описываюсь. Скоро от страха. Ну, давай, заходи. Не страшно. Давай быстрее. Пожалуйста. Ну, заходи туда. Я не хочу. Ну, обойди тогда, я не знаю. Ну, из-за дома может тоже стоять. А вдруг он за мной даже сейчас стоит? Ну ты посмотри. Я не хочу, я его боюсь. Он страшный, как зомби. Он мне душу забирает. Это же игра такая. Игра, но страшная. Даже подростки ее боятся. Так они просто трус. Ну так я... А ты трус? Я чуть-чуть трус, да. Ну, я боюсь темноты и боюсь чего-то неожиданного. Все боятся всего неожиданного. Давай, слышу, давай, кто-то шел. Нет, ты ходишь. Он не ходит, он летает. А звуки остановок. Бывают какие-нибудь от него? Да, такое, типа... Знаешь, как будто плохой канал, он так дрожит. Такое бывает. Это ведь. Ну, заходи внутрь. Прямо сейчас. Дай тебе 10 секунд. Пожалуйста. 9. 7. 5. Ты должен искать записки. Я не хочу играть. Тут только стул. Что ты я играть не хочу. Ну заходи давай. Я не пойду. Пойдешь? Я не хочу. Мама. Нет. А! Нет, я не буду. Я не хочу. Я все,
сейчас больше не будешь играть? Нет. Нет. Вообще ничего не будешь играть больше. У меня и так пароль уже стоит. Что? А, мама. Ну давай, мама, давай. Мне очень страшно. Так же ничего нету. А вдруг ты даже его не видел ни разу. Я его видел по Ютубу, он так ничего не с белой маской. Там все с щитами играл. Щит это что? То же самое, как ты его делал деньги на свои штуки. Что это? Смешай. Что это? Это вон там где-то. Это потому что я только слил. Ну, садись. Ну, я не хочу. Ну, давай, давай. Ну, почему ты не хочешь? Ты подписался на это, ты тебе должен это делать. Ну, я не буду. Ну, давай. Я не буду играть. Нет. Ни за что. Давай. Я тебе говорю, ты можешь проиграть. Я боюсь. И больше друзья сегодня не приведут. А, пожалуйста, пожалуйста, поменяй меня, пожалуйста. Нет, давай. Ну, пожалуйста. Ты хотел играть, давай. Я думал, я вообще буду с ним играть, и мне будет не так страшно, и он меня поддержит или еще что-то. Так я тебя поддержу, я же тут сижу, я же ушел. Ну ты, понимаешь, мне страшно. Всем страшно для этого игры. Нет, я боюсь оборачиваться. Да не будет никого, давай иди. Нужно хотя бы одну записку найти, чтобы он появился. Вот видишь, поэтому я ничего не искал. Ты же еще не нашел. А как он на записке реагирует? Это же я просто бумажку взял. Так он развесил. Зачем? Если так думаешь. Он играет с тобой в игру. Запивал, что ли? Не, ну это Слендера там, да, там пела. А ты как фильм смотрелся? Ты фильм смотрел? Не, ну там как бы людей там, на всякие машинах там. Тут такого нет. Я знаю, что такого. Ну давай иди дальше. Хотя пройди, выйди. Вон выход справа. Мамочки! Тебе 10 лет, и ты боишься какого-то персонажа. Мне 7 лет, я не могу. Страшно, я вообще ни во что не буду играть. Ты уверен? Я даже того, что мама тебе дала, помню, не было.